Торговые центры набережных Челнов ждут внеплановые проверки после трагедии в Кемерове. Особое внимание уделят состоянию эвакуационных выходов, первичных средств пожаротушения, наличию и исправности пожарной сигнализации. Сейчас в городе насчитывается 60 крупных торговых точек. Именно из них и формируется список. На сегодняшний день уточняются и формируются списки развлекательных центров, которые оказывают услуги развлекательного характера. А это именно кинотеатры, батутные центры и детские игровые комнаты. На основании собранной информации она будет направлена в прокуратуру города Набережные Челны. На данный момент торговые объекты в соответствии с рискоориентированным подходом планово проверяются раз в 4 года. Последняя внеплановая проверка всех торговых центров Татарстана проходила в 2015 году после пожара в «Адмирале». Тогда основными нарушениями стали загромождение эвакуационных путей и отсутствие огнетушителей.